наступившим вас Новым годом и добро пожаловать на первый вебинар компании, первый вебинар «Здоровые новости» в 2016 году. Я вас поздравляю, мы начинаем наш 2016 год, наш Новый год с самого главного запуска, абсолютно точно, самого главного запуска и долгожданного запуска шейков, линейки новых протеиновых коктейлей Daily Delicious. Поэтому я вас поздравляю с этим. В первую очередь хотел поделиться впечатлениями и о том, как мы создавали этот продукт, потому что это была непростая совершенно пора для нас, для всех. Продолжалось это около полутора лет. И больше всего, самый большой вызов был это вкус. Это вкус, это каким образом сочетать натуральные ингредиенты и приятный вкус, который не добивает оскомину, который можно спокойно вновь и вновь каждый день попотреблять и получать при этом одинаковое удовольствие. Вот для нас это был большой вызов, потому что в любом случае мы использовали натуральные ароматизаторы, то есть мы не использовали никакой синтетики. Вот, и здесь, конечно, это было непросто. И больше подавляющее количество времени занял именно вот эта вот проработка вкусовых нюансов данного продукта, потому что, ну, формула, она у нас была, и мы знали, мы уверены были в ней с точки зрения ее полезностей, а вот вкус – это загвоздка. И если кто помнит наши предыдущие шейки, Coral шейки и Slim шейки, то там тоже с точки зрения состава они были достаточно интересными продуктами, конкурентоспособными, но вот вкус, он действительно уступал, и именно потому, что было, во-первых, большое количество компонентов, во-вторых, если не класть какие-то вот большое количество подсластителей или синтетических каких-то ароматизаторов, то очень сложно добиться качественного вкуса. Те, кто в пищевой индустрии хоть как-то разбираются, знают об этом. Но тем не менее, мне кажется, что мы добились своего, хоть и заняло это немало времени, и с еще большим удовольствием я могу сейчас сказать, что встречайте, любите новая линейка коктейлей Daily Delicious. И первый продукт в рамках данной линейки – это бьюти-шейк. Это шейк для красоты, потому что запрос на красоту в современном обществе, он самый большой, высокий, вы прекрасно сами это знаете, и поэтому мы отвечаем на этот вопрос, запрос, вот, запуская на рынок такой замечательный продукт, продукт, который в первую очередь предназначен для того, чтобы сохранить нашу молодость и красоту. Красоту кожи, волос, ногтей в первую очередь. Поэтому Daily Delicious, и что же они из себя представляют, эти шейки? Вообще, если начинать с внешней стороны, внешней оболочки, то выглядят они следующим образом. И это тоже непросто, почему такая именно упаковка, почему не привычная банка пластиковая. Ну, просто потому что удобней, потому что эту упаковку вы можете легко положить в сумку. Вот, здесь есть зип-лок, этот замочек, мы знаем, что это такое, у нас и Coral Mine на таком замочке, очень надежный, который позволяет вам вот всегда продукт хранить в надлежащем состоянии. И это очень удобное, уже многие наши лидеры по достоинству оценили удобство именно этой упаковки. Но компания Coral Club — это не просто упаковка, не то, но еще и что в принципе в этой упаковке. И мы не скрываем всех наших компонентов от наших потребителей, от наших дистрибьюторов, поэтому полностью исчерпывающий с процентным соотношением состав вы найдете на нашей упаковке. Вот. Со следующего заказа упаковки уже будут это на английском языке, потом будут английские упаковки, на русском языке будут упаковки. Вот. Но тем не менее состав у нас полностью перечислен
здесь, чем не могут похвастаться все, кстати, нам нечего скрывать. И, пожалуй, в этом продукте состав – это гордость наша, как и в каждом другом, и об этом я хотел бы вам сегодня не только об этом рассказать. Тем не менее, если мы говорим о наших продуктах, продуктах компании, то в первую очередь мы говорим об их пользе. В первую очередь мы говорим о том, что они нам, нашему здоровью дают. Какую пользу они нашему здоровью приносят, нашему организму. И давайте с этого начнем, потому что здесь есть о чем сказать и как дифференцировать от любых других продуктов, которые есть, присутствуют на рынке. Стоит отметить, что это достаточно высококонкурентная среда. Но тем не менее, мы положили в наш шейк, если говорить на порцию, в данной упаковке представлено 20 порций, 500 грамм, 20 порций в упаковке. Вот. В порции содержится 21 грамм качественного белка. Я подчеркиваю качественного, потому что это очень важно, и чуть-чуть позже я вам расскажу, что я имею в виду. Далее, 11 нутриентов, витаминов и минералов для красоты. Об этом мы тоже чуть позже расскажем. Ну и, конечно, супер ингредиент коллаген Веризол. Я думаю, что многие слышали о том, что такое коллаген, в принципе, коллаген, да, белок соединительных тканей, который в большей степени содержится в мышцах, ногтях, волосах, коже. Но мы чуть позже подробнее поговорим о том, а что же такое веризол, почему веризол. Вот, соответственно, если говорить о пользе, если говорить совсем в тезисах, совсем кратко, то это качественная белковая, протеиновая основа, это витамины и минералы для красоты кожи, волос, ногтей и суперингредиент коллаген. И давайте тогда подробнее пройдемся по каждому из пунктов, и начиная с протеиновой основы. Потому что, ну, конечно, мы называем наши коктейли протеиновыми коктейлями. И понятно, что это один из важнейших, главнейших пунктов, в принципе, любого подобного рода продукта. И что же мы здесь сделали? Мы создали специальную сбалансированную протеиновую форму, которая состоит из наиболее качественных источников растительного и животного белка. Обратите внимание, это молочный протеин, это концентрат сывороточного протеина и изолят соевого протеина, ну, либо белка, да, изолят соевого протеина, белка, это одно и то же. Три источника, два животного происхождения, один растительного происхождения, это изолят соевого протеина. Почему именно так? Почему сочетание? Дело в том, что у каждого из этих протеинов есть свои особенности. Вот. Например, сывороточный протеин, он хорошо знаком спортсменами и в хороших, качественных спортивных продуктах, спортивное питание. Вот. Там, как правило, используется изолят, либо концентрат сывороточного протеина. Я думаю, люди, которые недалеки от спорта, знают об этом. Так вот, у нас присутствует этот дорогой очень, кстати, компонент. И если посмотреть на наших конкурентов, то практически нигде нет. Если мы говорим про лайфстайл шейки, про шейки на каждый день, про шейки как вот заменители пищи, то там этот компонент отсутствует ввиду его дороговизны. Следующий момент – молочный протеин. Но если говорить про сывороточный, то сывороточный почему используется в спортпите, в спортивном питании? Потому что он дает вот этот вот инсулиновый всплеск, он дает этот резкое, быстрое ощущение насыщения, да, и резкий скачок энергии, энергетический. Но это быстро проходит очень. В то время как молочный протеин, например, он... молочный протеин расщепляется медленнее, таким образом вот состояние сытости ваше продлевается.
люди, они прекрасно понимают, что изолят соевого протеина – это очищенный от углеводов, жиров, изофалаонов, это чистейший протеин растительного происхождения. В какой здесь плюс? Он легко усваивается очень. Он и отсюда эта легкость. Отсюда эта легкость после выпивания нашего коктейля. Это не просто 21 грамм протеина. 21 грамм это, ну, на минуточку, это порядка 100-120 грамм куриной грудки, например, мяса. Но это еще и качественный белок. Это качественный белок, который не только дает мгновенное ощущение насыщения, но и держит его достаточное количество времени. Вот это и есть сбалансированная протеиновая основа, сбалансированная белковая основа. Следующий момент – это 11 нутриентов. Ну, дистрибьюторы Coral Club уже знают, что такое нутриенты. Это витамины и минералы для красоты. Вот здесь сейчас вы можете видеть их все, не обязательно вчитываться, это вам еще предстоит, но важно знать, почему не 33, почему не 45, почему не 50 всяких витаминов, давайте положим побольше и так далее. В этом нет никакой необходимости с этим продуктом. И в принципе последние изыскания ученых говорят о том, что важно не количество, а качество и формы витаминов и минералов используемых. И здесь мы именно подошли к этому продукту таким образом, что мы тщательно отбирали именно те компоненты, те витамины и минералы, которые в первую очередь влияют на красоту кожи, волос, ногтей. И в принципе они на слуху. Биотин, мы знаем, да, что для волос очень полезное вещество. Пантотеновая кислота, фолиевая кислота, ну, медь, магний, это говорить о них даже не имеет смысла. Все наверняка слышали. И тем не менее, в нашем коктейле представлены именно вот эти вот 11, которые вы видите. И что самое главное, что их количество в 2, в 3, а в некоторых случаях в 4 раза превышает количество витаминов, которые кладут вот наши конкуренты. То есть мы здесь именно делаем акцент, и мы не просто так называем наш шейк для красоты. Мы действительно, он действительно работает и дает результаты вот в этом направлении, помимо того, что это просто замечательный заменитель пищи. Вот, поэтому если говорить про полезность, еще раз, 11 тщательно отобранных, качественных нутриентов, то бишь витаминов и минералов для красоты ваших волос, вашей кожи и ногтей. Следующий момент – коллаген. И про коллаген слышали многие. Коллаген – это белок соединительных тканей, то есть очень много коллагеновой косметики на сегодняшний день существует. Дело в том, что в какой-то момент организм перестает вырабатывать в необходимом количестве этот коллаген, и, соответственно, отсюда вот сухость кожи, отсюда ломкость волос, отсюда проблемы с ногтями и так далее, и так далее. И в данном случае мы используем специальный компонент, причем коллаген, коллагену опять же рознь. Есть относительно дешевые источники ведь коллагена, поэтому не все, что называется коллагеном, это классный продукт, если говорить просто. Но Веризол – это фирменный гидролизованный низкомолекулярный коллаген, пептиды коллагена от ведущего немецкого производителя подобного рода ингредиентов. Гелита называется этот производитель, но вот вы видите их фирменный логотип и подпись, это теглайн их фирменный Beauty from within, красота изнутри. И действительно, мы верим в то, что красота, это в первую очередь, на красоту мы можем повлиять изнутри, а не снаружи, да, то есть перед косметикой в первую очередь нужно озаботиться о том, что мы кладем в рот, что мы едим каждый день. И вот наш бьюти-шейк – это как раз-таки ответ на этот вопрос.
Вот. И веризол является суперкомпонентом с клиническими исследованиями, которые подтверждают, что если на регулярной основе потреблять веризол, потреблять низкомолекулярный коллаген, то результаты по коже, волосам, ногтям не заставят себя ждать. Где-то примерно, если вы спросите, когда, ну, где-то через месяц после регулярного потребления нашего прекрасного продукта. И когда я говорю про потребление, мне кажется, это не совсем правильное слово, потому что это в первую очередь наслаждение. И мы так плавно переходим к следующему пункту нашей программы. Это вкусно. Если мы до настоящего момента говорили о том, как это полезно, но при всей этой полезности люди остаются людьми. И люди в первую очередь, их привлекает вкус. Да, будем откровенными друг с другом. И здесь нам есть о чем сказать. Здесь, конечно, мы действительно создали уникальный продукт. И меня радует тот факт, что каждый, кто попробовал, а есть среди 450 человек уже с нами, есть те, кто попробовал. Есть те, кто пробовал этот коктейль. Пожалуйста, отзовитесь. Отзовитесь, те счастливчики, которым удалось попробовать коктейль. Вкусно, Анастасия пишет. Анастасия пробовала уже, окей. А кто-то еще, может быть? Кто-то из лидеров с нами есть? Потому что мы предварительно сделали распределение, предпродажу. Очень вкусный. Женя, спасибо. Марина просто плюсом обошлась. Ну окей. Плюс есть, да-да, очень вкусно, очень. Ну, видите, да, в принципе, я не вижу. Алексей, спасибо. Татьяна, да-да-да, супер. Вот, поэтому даже если от вкуса отталкиваться, то это действительно гигантский потенциал для нас, для всех. Ну и с гордостью могу сказать о том, что этот вкус создается не за счет каких-то там искусственных красителей, ароматизаторов, идентичных натуральным. Нет, это абсолютно натуральный вкус с использованием натуральных ароматизаторов и совершенно новой структурой самого коктейля, то есть он получился воздушным. Подобного рода коктейли, они, как правило, густые, вот, очень. Здесь же мы стремились к вот этой воздушности, вот, воздушности, к легкости, потому что мне кажется, что прием пищи должен быть вот таким вот, как легкое дуновение ветра, зефира, например. Извините за избыточную поэтичность, но мы действительно считаем, что насыщение может быть приятным. Вот, не вот это ощущение тяжести какой-то, а вот легкость. И мы этой легкости добились, и мы добились этого вкуса. Причем, когда мы с пищевыми технологами немецкими, которые одни из самых сильнейших в мире, и стоит здесь сказать о том, что мы работаем с компанией Anona, это ведущий производитель заменителей пищи в Германии, да и не только в Германии, я думаю, в Европе. Когда мы создавали и с нашей командой вот эти вкусы, мы думали о том, какие вкусы будут близки нашим людям. И мы пришли к тому, что действительно это вкус детства. А если вкус детства, то это вкус подтаявшего пломбира. Вот я наверняка вам в голове у каждого из вас вот рождается вот эта ассоциация из глубокого детства, вкус пломбира. И мне кажется, что нам удалось его воспроизвести. Нам удалось его воспроизвести на основе очень качественных ингредиентов и получить ему такой вот шикарный вкус и продукт. Поэтому обязательно попробуйте все, и вы поймете, о чем я говорю наверняка. И каждое, безусловно, что составляет, что является сладость этого продукта, об этом тоже нужно говорить, потому что есть подсластители, куда без них. Но опять же, какие подсластители? Если говорить про конкурентов, то это исключительно синтетические ацесульфам калия, фруктоза, сукроза, я не знаю. В нашем случае это лучшие на сегодняшний день подсластители. Эритритол и стевиазид. Стевия, наверняка многие из вас слышали о стевии натурального происхождения, оба. И ну, тот же эритритол, например, он имеет
профиль сладости 60%, то есть он на 60% такой же сладкий, как и сахар. При том, что калорийность у него как у 7% сахара, да? Гликемический индекс у него нулевой, и кариеса не будет никогда от и как эритритола, так и стевиозида. Поэтому на сегодняшний день это, ну, оптимальные посластители. То есть внимание к мелочам компании Coral Club, к деталям, оно и здесь также проявилось. То есть каждый компонент тщательным образом был разобран и была выбрана лучшая на сегодняшний день субстанция, лучший ингредиент. Поэтому вкус это то, о чем в большей степени вы будете говорить, я об этом уверен, я в этом не сомневаюсь, это так на самом деле и есть, но не нужно при этом забывать, что за этим вкусом стоит еще невероятная польза, и очень приятно, знаете, вот выпивая с утра вот этот десерт, я по-другому это никак назвать не могу, это фактически десерт. Вот, у нас нет чувства вины о том, что вот мы что-то там переели, каких-то углеводов лишних взяли. Нет, мы понимаем, что мы при этом получаем 21 грамм чистейшего, качественнейшего белка и плюс кучу других компонентов, которые влияют на нас, любимых, красивых. Следующий момент, конечно, уже удобство, о нем тоже нужно говорить, потому что если сравнивать с приготовлением любой другой пищи, вот, то 2 минуты, которые занимает приготовление нашего коктейля, ну это ничто. Тем более, я напомню вам, члены Кораллового клуба, дорогие друзья, что у нас есть замечательный инструмент, он называется смарт-шейкер, у нас сейчас поступила новая смарт-шейкер, вот там уже это нанесение не смывается, используется новая технология, вот, и у нас представлен в офисах продаж компании, поэтому вот этот спутник ваш может быть всегда с вами, и в течение 2 минут вы приготовите замечательный, вкуснейший десерт. Доступно. И об этом тоже нужно сказать. Хотя вот здесь есть фраза «всего 1 евро за порцию». На самом деле, если говорить про Россию и говорить про курс текущий евро, который меняется в последнее время активно, то уже меньше 1 евро за порцию. Уже если говорить в наших реалиях, то 1 доллар за порцию. Вот, 78 рублей за порцию, дамы и господа. Я с радостью объявляю цену для России, Украины, Казахстана и Белоруссии. У нас будет цена 32 УЕ при 21 балле. А теперь самые грамотные из дистрибьюторов, возьмите калькуляторы, либо просто в голове посчитайте, насколько это выгодный продукт для продвижения. Насколько это выгодное соотношение валовой стоимости и вот цены продукта. Мне кажется, что это здорово. Вот, потому что получается, если говорить про Россию, 1568 рублей, это очень конкурентоспособная цена на сегодняшний день, и 78 рублей за порцию. Много это или мало за полноценный прием пищи? Как вы считаете? Вот, мне кажется, что немного, учитывая то, что там бизнес-ланч в среднем, ну, 100-150, наверное, рублей составляет. Если говорить про цену для Европы, то она у нас будет 22 УЕ и при этом 15 баллов. Почему такая разница? Для некоторых это может быть сюрпризом, но все очень просто. Дело в том, что разность реального курса, то бишь коммерческого курса и нашего курса, она, если она в России, на Украине, в Казахстане, она 20-30% составляет, то в Европе она приближена. И поэтому там, соответственно, это вот конкурентоспособная рыночная цена. То есть в переводе на деньги, неважно какие, то получается плюс-минус одинаковая стоимость. Вот, тот же 1 евро за одну порцию и, собственно, и получится плюс-минус. Вот поэтому такие вот разные цены, один продукт. Ну, разные реалии. У нас большой мир, и как вы знаете, что в каждой стране есть свои реалии. Тем не менее, у нас есть коралловая страна, которая нас всех объединяет.
И сегодня нас всех объединил замечательный продукт Beauty Shake. И как использовать Beauty Shake? Варианты применения. Я думаю, что вам многим и не нужно на них рассказывать, вы сами знаете. Тем не менее, напомним о том, что с Beauty Shake'ами мы можем красиво худеть. Мы можем заменить один лишь прием пищи или два приема пищи, например, завтрак и ужин, коктейлями, и таким образом контролировать полностью колораж на применяемой пищи, получать при этом необходимые нутриенты, необходимое количество белка. Да? Вот. За счет этого вот мы будем худеть. Кстати, если говорить про калории, то в порции нашего коктейля, если мы используем 1,5% молоко, а вообще ну, в среднем так и считают 1,5% молоко, то мы получим 195 калорий на порцию. 195, всего лишь 195 калорий. И если говорить про следующий вариант, это строим тело, это когда наоборот нам нужны мышцы, мышечная масса, тогда мы добавляем к нашему приему пищи коктейли и в том числе за 20 минут до тренировки, либо в течение часа после тренировки выпиваем еще этот замечательный десерт, который вот даст нам дополнительный источник белка. Живем активно, но для таких людей, как, я не знаю, как я, как многие из вас, наверное, все, когда мы слишком заняты, у нас нет времени иной раз и, там, я не знаю, чай попить, то, имея при себе такой продукт, ну, мы всегда знаем, что мы не умрем с голоду, что мы, насладившись приятным вкусом, найдя две минутки на вот этот вот перекус, не просто закинем что-то, булку какую-то, вот, которая боком вылезет все равно когда-нибудь, а получим контролируемое количество необходимых полезных веществ, вот, будем оставаться при этом красивыми. Мне кажется, это здорово, друзья, и давайте резюмировать. У нас вот такой вот замечательный и красивый стакан Daily Delicious. Вспомним про 195 калорий в порции. Это 21 грамм протеина. Это 11 витаминов и минералов для вашей красоты в достаточном количестве. В достаточном количестве, чтобы питать волосы, ногти, кожу на постоянной основе. Это сбалансированная протеиновая формула. Об этом я достаточно подробно сказал в начале. Это очень важный момент. Три источника белка, среди которых как животные, так и растительные. И это коллаген Веризол. Это наша супер фишка. Что уж там, это брендированный коллаген от именитого производителя Гелита. Об этом мы еще немного подробнее будем рассказывать. У нас вот ролики есть от Гелиты, мы заключаем соглашение с ними, и они нам предоставят материалы. Мы, безусловно, ими поделимся с вами. Вот, для тех, кто интересуется. Натуральный вкус. Не содержит ГМО, не содержит глютена, не содержит трансжиров. Легкие и воздушные. Почему мы выделили отдельно легкие и воздушные? Ну, потому что вас удивит. Людей, которые вот до этого шейки пили, в принципе, знают, что такое шейки, их очень сильно удивит наша структура. Воздушная, пенистая, ароматная, нежная текстура, она никого не оставит равнодушным. Самое близкое, пожалуй, это вот молочные коктейли. Вот помните молочные коктейли, милкшейки? Вот, наверное, ближе всего к ним. По структуре, по текстуре и по вкусу. Вот они, замечательные наши продукты. Я еще раз вас всех, дорогие друзья, поздравляю с прошедшими праздниками. И мне кажется, что мы от праздников только из одних вышли и пришли в новый. Новый праздник, потому что новый продукт появился у нас. Новая категория и новые перспективы, совершенно новые горизонты раскрываются перед нами, перед всеми. Этот продукт достоин наших оваций, потому что мы делали его очень долго, и мы делали его только благодаря вам. Потому что без вашей помощи, без вашей обратной связи, когда все это начиналось в далекой Сербии еще,
мы бы ничего такого не сделали. Поэтому спасибо вам большое, друзья, потому что вы нам помогаете быть лучшими, вы нам помогаете делать лучшие продукты. Увидимся с вами в следующем запуске. У нас там тоже ждут, скорее всего, новые продукты, но мы продолжим. У нас появится куча материалов по шейкам, но по шейкам самый главный материал – это сам продукт и вы. Довольные, улыбающиеся, счастливые от того, какой классный инструмент появился у вас в руках. Поэтому, дамы и господа, поэтому, друзья, я вас еще раз поздравляю. Увидимся вскоре с вами, со всеми, через месяц.